чому іменно Ізраїль? Чому, допустим, в серед усіх народів є люди всякі є. І серед євреїв, да, ріжні, праведні, добрі, злі і так далі. І є це і серед євреїв. І такі. Але чому іменно Ізраїль? Чому Ізраїль? Чому там, як сказати, кується все? От, тому що ім'я Бога, того, який создав всесвіт, да, все видиме і невидиме, все. І Єгова. Амінь. І Єгова. Амінь. Його не Аллах, не другий та яке то ім'я. Його ім'я Єгова. І ім'я сина Ісус. Ішуа. Амінь. Амінь. От чому Ізраїль? Чому Ізраїль? Чому? Бог создал в такой, я как на лекциях, на семинарах тоже рассказываю, в такой не очень дружной семье народов нашей планеты Бог создал еще один народ, избрав Авраама, по-татарски Ибрагима, Авраама, и сделав из него действительно патриарха, отца народа. Значит, от Авраама родился Исаак, от Исаака Яков, от Якова патриархи, от патриарха весь остальной народ родился. И это было планом Божьим по спасению всего рода человеческого. Чтобы действительно все народы, все племена на островах, все люди знали Бога Авраама, Исаака и Якова, знали Бога, Творца Всесвета, всего мира, всего сущего. И в этом плане спасения самой такой центральной фигурой был, конечно же, вот сам Иисус Христос и Ишуа Машиах. Иисус Христос и сам Осих. Я проповедую тоже всем там и татарам, и евреям. Рассказываю это, потому что Господь для всех задумал план спасения, и Он этот план осуществил. Там же написано, да, что ибо един Бог и един посредник между Богом и человеком. Человек Христос Иисус. Да. А мир, враждебный к Богу, по отношению к Богу, конечно, ненавидит само даже саму мысль о том, что есть Творец, веснуя, Творец всего свиту. Вот, и... Но наше дело как раз именно этому миру указать на путь жизни. Сейчас едем с Сергеем Ивановичем и рассуждаем вообще. И в этой купаемся в благодати просто, не знаю. Просто купаюсь в этой благодати Божьей. Слава Богу. Так что этот Деулана старенький, он найкрутейшая машина. Аллилуйя, найкрутейшая. Самая лучшая машина, это та, яка служит Господу. Аминь. Да. Так и есть. Який присутний сам Господь Бог. Вот как праздник кущей, сегодня как раз седьмой день праздника кущей. Вот, так вот, идея праздника, одна из, как бы, ну, как комментариев к празднику, один из комментариев, что даже в шалаше, но с Богом рай, с милым даже в шалаше рай, говорят. Вот, даже маленький шалаш, скромный шалаш, это же совершенно ненадежное жилище, абсолютно, это временное, как бы это... Вот, это указание на то, что если с Богом, это неприступная крепость. Но даже дворцы и бронедвери не спасут, если не будет с нами Бога. Если не будет в нашем жилище, вот внутри нас, Бога. Так что вот так вот. И указывает еще праздник на то, что видимое, оно все временно, на самом деле. Как шалаш. Мы же не строим шалаш, это как крепость. Это вон дворцы переживают своих правителей. Дворцы там императоров, всяких там президентов, там диктаторов стоят, пирамиды фараоновы там, как памятники вот былому величию, как былых там героев.
Ну, даже и они разрушаются, знаете ли, чего греха таить. Даже пирамиды и те подвластны времени. Вот, и дворцы разрушаются, и взрываются, и все прочее. Вот. А шалаш – это образ такой для человека как раз, что вот все видимое временно, а невидимое вечно. Чтобы не на временные ценности человек устремлял свою душу, свое сердце, а на вечные ценности устремлял свое сердце, свою душу. Это очень важный урок, очень важный. Так что, а вечная ценность – сам Господь Бог всемогущий, сам наш Отец. Не то, что Он дарит нам даже, а Он сам, даритель, даритель всего. Вот Он самая ценность важная, наиважнейшая. Аллилуйя. Мы сейчас переехали через Днепро. Вот едем уже на левом берегу. Благословение Господне всем вам. Дякую ему Богу за Киев, за Украину. Благословляем во имя Иисуса Христа. Пусть здесь над схилами Днепра лунная песня во всякий час. Иисусу слава! Иисусу слава! На веки, на веки!